Сегодня организаторы форума СУП презентовали программу масштабной встречи. Она пройдет 9 сентября на базе спортивного центра «Олимпийская ребячка». Слет успешных предпринимателей объединит больше 1000 участников со всей России из 33 регионов. В рамках форума пройдут семинары и конференции, в том числе с губернатором Владимиром Якушевым. Отдельные площадки будут посвящены женскому и студенческому предпринимательству, ведь каждый субъект бизнеса нуждается в отдельных программах развития. Также пройдет традиционная ярмарка инвестиций, где участники смогут найти не только финансовую поддержку, но и единомышленников. Мы хотим, чтобы у этих людей осталось очень теплое, очень приятное отношение к Тюменской области. Кроме того, чтобы им захотелось жить и работать у нас.